Приветствую, на связи Вячеслав Опилкин. Сегодня я пришел за очередной посылочкой на мой пункт выдачи Wildberries. И, конечно же, живая очередь радует опять подарочками. Сегодня мне должны прийти книжки за участие в розыгрыше, в недельном розыгрыше, в котором я снова выиграл. Вот я уже снимал такое видео, вот и сейчас пойду снова получу мои книжечки и покажу, что они мне прислали. Ну что, вот я и получил свои книжечки проекта «Живая очередь». Спасибо большое. То есть, в прошлый раз было две другие книжки. Сейчас мне прислали вот такие две новые книжечки. Буду читать, изучать. Все, на связи был Вячеслав Опилкин. Всем пока-пока.